Чего? Так. Наташа, что у вас случилось? Почему вы прибежали сюда? Все нормально? Вы смогли? Как это ничего не получилось? Ладно, похоже, нам придется обратиться к нашему лучшему агенту. Я знаю, но, похоже, другого выбора у нас нет. Идите и... Идите. Иди к этому Глебу и кинь ей нашего агента. Пусть поморочится с ним, а мы пока получим информацию. Да, не волнуйтесь, быстро доплывем. Очень быстро. Ой! Маленькая треска. Ну, вы нормально? Идите. Что за кавардак вчера происходил? Просто ужас. О, кто там? Там девушка какая. Странно. Здравствуй! Стоять, мисс! Я вас узнаю! Вы вчера на моем участке были. Это какой? Мы, наверное, ошиблись. У меня есть сестра-близнец. Она любит одеваться, как и я. Мы соседи. А, ну ладно, проходите, раз мы соседи. Да. Спасибо. Давайте за стол. Конечно, за стол так за стол. Ну, вот здесь вот. Нормально? Да-да-да. В общем, можете, пожалуйста, последить за моей дочкой? Что? Спасибо? Я скоро вернусь. What? Чё? Ну, привет. Как тебя зовут? Ну, ё-моё, ну только с ней мне не хватало возиться. Я и так... Что ты тут бегаешь? Я застрял. Что? Боже мой, ну, о, какая она неправородливая. А ну и вернись. Вернись, я сказал. Я тебя догоню, она вроде сюда побежала. Куда она Эта плита в моем доме как-то отличается от всего дом. Что за... Это что вообще такое? Каково? А? Что за... Где малышка? Боже, где она? Надо доложить своим, что я увидел. Алло, я это такое, без... Что? Извините, сейчас немножко поговорю. А ну вернись! Ах ты ж... Вот ж неугомонная. Ну, а ну-ка иди сюда. Пойдем. Тебя, наверное, покормить надо. Сейчас. Садись. Посмотрим, что у меня есть. Холодильники.
Ничего для детей. Нет. Надо бы сходить в магазин. Но тебя одну я оставлять не могу. Ай, ладно. Давай-ка ты сядешь мне на спину, и мы вместе пойдем в магазин закупиться. Точно, мою же машину отправили чиниться. Придется идти пешком. Идем. 2000 years later. Ну все, мы закупились. Теперь можем идти домой. Ладно, пошел не так, как я полагала. Я думала, малышка все сделает, но в итоге придется и мне делать, покормить малышку. Так, ну пока она ждет ужин, пусть. Вот, держи, поешь яблочко. Видишь, вкусненькое яблочко. Ага, так, что у нас здесь есть? Что, мне продали газонокосилку? Нет, не надо. Букет цветов? Кто мне это вообще продавал? Камера? Что? Как хорошо! Конечно. Малышка не на кухне. Что? Ах, где она? Где она? Куда она? Делась. На этот раз. Может, проверить? Что за... Как? Что? Ах ты ж, опять. Стоять! Блин, малышку надо спасать малышку. Малышку надо спрячься в ванной. Ты тут, я ж полицейский. У меня здесь есть где-то. Это не ванная. Что тут у меня вообще? Прячься. Вот он. Выходи! А, стоп! Электро! Получи! Готово. Фух. Малышка в безопасности. Я уже, честно сказать, думала, что все. Малышка, это... Нет, нет, безопасно. Что там было? Малышка, все нормально. Ах, ты тоже из агентик! Получили ты шукером. Готово. Ах, ну эти помпони. У вас полицейский участок. Вот. Заходим, помпончики. Все, следи за ними. Так, вас умудрились поймать. Нет, я вас спасать не буду. Сами знаете наши правила.